Так, а нам тем временем, ребята, приходят наборчики, которые люди, которые любят хамон. Легадо, пользуясь случаем, заказывают. Сейчас покажу. Ножка весом у нас от 9 килограмм. Да ё-моё! В наборчик у нас входит хамонеро. Вот оно. Хамонеро эль посо. Хамон эль посо, нога 9 килограмм. И набор ножей тоже от эль посо. Такой аккуратненько все сделано. И выглядит это сейчас, секундочку, неудобно одной рукой. Выглядит это вот так. Чайра-точилочка, подводить нож. Ножи вспомогательные. И нож для нарезки хамона. Все это от Эль Посо. Все фирмовое, ихнее. Поэтому такие наборчики у нас 160 евро. Правда, точно не знаю, есть в наличии еще у ребят или нет. Но если кто-то захочет, я зайду посмотрю. 160 евро, ребята, такой набор. Хамонера, набор ножей, хамон легадо. А то я говорил эль посо. Хамон легадо. Ну, эль посо легадо, блин, сейчас начну. Эль посо легадо, фирма одна. Просто это хамончик легадо Iberico de Cebu. И я говорю эль посо. Ну, вы поняли, что я имею в виду. Здесь хамон Iberico de Cebu легадо. 9 килограмм.